Людмила Ульянова, сотрудник Центра милосердия, навещает пенсионерку Анну Шишкину два раза в неделю, по понедельникам и четвергам. Накануне, придя к пожилой подопечной, двери специалисту никто не открыл. Бабушка лишь пояснила, что не может встать, и попросила прийти на следующий день. Лишь утром выяснилось, что пенсионерка упала на пол и никак не смогла подняться. Ну вот рабочий день, потом я еще число сниму субсидии, где-то часов 6 я еще походила. Если надо будет, она мне позвонит, я иногда могу и убежать в другой день. Дверь оказалась заблокированной, так как пожилая женщина оставила ключ в замочной скважине с другой стороны. Все усилия сотрудников полиции его вытолкнуть были безрезультатны. Оставалось ждать спасателей. Ставите, мы еще не сможем открыть. Нет, дело так. Не получается, я тоже пыталась. А, чуть-чуть вышло уже? Может быть, это получится как-нибудь. Если бы вот не было проблем... Сотрудники МЧС, прибыв на место, сразу же оценили обстановку и приняли решение спилить решетку на окне при помощи специального инструмента. Пробравшись в квартиру, полицейские обнаружили пенсионерку в спальне. Женщина была в сознании. Со слов Анны Шишкиной, накануне она пыталась достать документы из тумбочки, но из-за того, что ноги у пожилого человека больные, потеряла равновесие и упала на спину. А я взяла диван, этот матрас вот так к стенке поставила и полезла за паспортом туда. Ну и все, и мне как придавило, мне даже хрустнули ребра. Ну, людям преклонного возраста в обязательном порядке держать при себе сотовые телефоны при первой же возможности, чтобы можно было позвонить и родным, и близким, детям, и в случае экстренной необходимой помощи сообщить соответствующие органы по сотовому телефону. Пострадавшую бабушку медики оставили дома. От госпитализации она отказалась. Представители социальных служб призывают горожан не быть равнодушными и по возможности приглядывать за одиноко проживающими пенсионерами. Александр Халин, Влас Семагин, новости Татарстана. 25 лет в эфире. С вами и для вас.